Всем привет! Сегодня у нас очередная серия сборки парусника 12 апостолов. И сейчас буду вырезать орудийные порты. Выбрал я, ну как по инструкции, альтернативный метод. То есть буду размечать их по шаблону, потому что по линейке тут что-то вымерять мне совсем лень, если честно. Сейчас вырежем шаблон, приложим, посмотрим, что получится. Первый шаблон я установил, все вроде как совпадает, чтобы лучше было, проще было ориентироваться, я прочертил еще линии по шпангоутам. Ну и будем вот так размечать, как бы. Занятие это, наверное, времени займет много, потому что вырезал я вот эти вот дырки в шаблонах где-то около полутора часов. Не думаю, что размечу теперь все быстрее. Плюс, конечно, думаю потом свериться еще по линейке, что все более-менее тут точно. Весь левый борт размечен. Получилось, надо сказать, довольно точно. Мерил по линейке. Пришло время сверлить отверстия. Что ж, проделал я отверстия, ну, везде, кроме верхней палубы. Надо сказать, довольно много времени у меня это заняло. Даже вот тут попробовал уже вырезать порты обычным ножом. Это, конечно, просто жесть. Поэтому завтра пойду за другим ножом, более удобным. На сегодня, конечно, закончу. Ну вот первый порт я совсем долго вырезал, наверное, минут 10. А потом уже, в общем-то, приноровился и уходило где-то минуты 3. Ну, плюс еще там надо напильником обрабатывать. Я пока только один обработал вот здесь. И по линейке все вымерил, так сказать. Эти пока еще не обработаны. Не знаю, если честно, сколько времени у меня займет все пушечные порты сделать. Ну, боюсь, хотя бы за неделю успеть. Ну, продолжу уже завтра. Второй день сборки. Сделал еще немного отверстий. Эти уже более-менее доделал. Никакого ножа я, конечно же, не купил, так как всю ночь играл и весь день, соответственно, проспал. Вообще, я думал, что лихо тут справлюсь за пару часов со всем этим делом. Ну, не так-то все просто. Тут физически нереально. Рука отваливается, уже мозоли на всей руке. И поэтому решил доделывать черновую обшивку, ну и постепенно уже резать эти дырки. Да и тут, в общем-то, ничего не показать с этими дырками. Все одинаково ковыряешь, сверлишь, ковыряешь. И, в принципе, все. Так что спасибо за просмотр и пока!